В отделе кадров спрашивают: «Вы что-то выглядите недостаточно подвижно для своего возраста». В ответ слышит: «А вам кто нужен? Программист или обезьяна?» Разглядывая историю болезни, говорит женщине: «Ваш муж совершенно здоров. Это подтверждают все анализы и рентгеновские снимки». Жена задумалась и говорит: «А нельзя ли, доктор, чтобы я была совсем спокойна, сделать вскрытие?» Рисунок знаменитого художника. Рисунок весь измазан черной краской. Один чувак рассматривает его и потом спрашивает: «Что означает этот рисунок? Мне просто непонятно». Художник хмыкнул и отвечает: «Ты искусство не понимаешь. Индюк безмозглый. Объясняю, это чернокожий крадет уголь среди ночи». Молодая жена жалуется матери: «Прошло только 6 дней со свадьбы, а сегодня он ушел спать в другую комнату». Мать ее утешает: «Не волнуйся, детка. Господь Бог на 7-й день и тот должен был отдохнуть от трудов праведных». Суд. Бракоразводный процесс. Судья спрашивает жену: «По какой причине вы хотите развестись с мужем?» Жена отвечает: «Он меня как мужчина не удовлетворяет». Женский голос из зала: «Всех удовлетворяет, а ее нет». Мужской голос из зала: «А ее никто не удовлетворяет». Мужика, осужденного за кражу, ведут на виселицу, и тут говорит осужденный палачу: «Какая жара». Палач подумал и отвечает: «Да вам хорошо, а какого мне, в такую жару придется возвращаться обратно». Идут муж с женой по улице. Муж спрашивает: «Милая, знаешь, почему я люблю зиму больше, чем лето?» Жена отвечает: «Ну откуда же мне знать?» Муж продолжает: «Потому что зимой я большой и теплый няша, а летом жирный, потный мудак». Медика спрашивают: «Почему врачи перестали мыть руки перед осмотром пациентов?» Тот подумал и отвечает: «Что ж, мокрыми руками деньги брать». Сидят в парке на лавочке парочка молодых. Девушка парню: «Что-то у меня щечка болит». Парень поцеловал: «Перестала». «Что-то у меня глазик болит». Поцеловал: «Перестала». «Что-то у меня губки болят». Поцеловал: «Перестали». С соседней лавочки старичок: «Молодой человек, вы геморрой не лечите?» Встретились два друга. Первый рассказывает: «Путевка в санаторий для моей жены обошлась дорого, но купила себя». Второй уточняет: «Что ж, жена вылечилась?» Первый продолжает: «Она не вернулась».